Адвокат Ара Заграбян заявил, что более 1000 граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру Республики с призывом возбудить уголовное дело против основателей группы Little Big Ильи Прусикина. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что обратившиеся также хотят запретить концерт Прусикина в Ереване, который запланирован на 12 августа. Певец Илья Прусикин несколько месяцев назад осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд и переодевшись священником в Рождество. Тем самым он высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан. За один день заявление о преступлении подписали 1257 соотечественников. Оно было официально отправлено в Генпрокуратуру с требованием возбудить дело, рассказал Заграбян. Адвокат считает, что Прусикин занимается распространением контента, который разжигает религиозную ненависть. Реакция Генпрокуратуры Армении на заявление пока неизвестна.